Глава Дагестана посмеялся над ребенком, который хочет быть таксистом. Сергея Меликова рассмешило, что школьник выбрал обычную профессию. Магомедик, а ты кем хочешь быть? Таксистом. Конечно, если бы мальчик решил воровать деньги в правительстве, то реакция у лакированного генерала была бы другой. Меликов с радостью пожал бы ему руку, а так просто оперся на его голову, угорая со своими подчиненными. Что так рассмешило губернатора? Ребенок выбрал самую обычную работу. Он хочет жить честно и приносить пользу обществу, но, похоже, в мире Меликова таких людей просто не существует.